Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Ну вот, сегодня последний день в Грузии. Мы уже съездили на рыночек, докупили то, чего нам не хватает. И представляете, меня здесь кто-то окликает. Надежда, Надежда на рынке. Здравствуйте, я удивленно. Здравствуйте, откуда я вас знаю? Тут шум. Мой муж помогает авто менять замок в калитке, во входной калитке. Так вот, откуда я вас знаю? Она говорит, я ваша подписчица, еще на Украине вас смотрела. Потом говорит, я тут вас смотрю. Я говорю, а вы мне пишете комментарии? Потому что обычно я по комментариях, так, надо мне громче перекрикивать, чтобы было слышно. Обычно я по комментариям знаю, кто со мной общается. Не, говорит, я не пишу вам комментарии ни разу, но я вас все время смотрю. И поэтому вот это было мое удивление. Ну, сегодняшний день я, конечно, сложу все вместе, сложу и то, что происходило позавчера, нет, и то, что происходило вчера, и сегодня в одно видео, потому что уже таких особых происшествий не было. 2 дня мы просто провалялись на пляже, была хорошая погода, мы купались, и вчера еще сходили на поющие фонтаны. Вот. Короче, смотрите. Ну вот, мы идем по дорожке. И вот достраивается это красивое здание, которое строят турки. И которое сказали, если вдруг землетрясение, сложится как карточкиный домик. Но будем надеяться, чтобы тут все было хорошо. Продолжаем путешествовать по Батуми. Вот здесь такое красивое здание, большущее. Дальше вон Пизанская башня, только она не падающая, а просто Пизанская. Ну и дальше там вот светится вдалеке красивое здание. Сейчас мы подойдем. Смотрится это здание издали. Сверкает разными огоньками. И где-то в том районе нам сказали, что уже близко будут танцующие фонтаны, если мы успеем дойти. Тут, да, тут корт. Ребята играют в спортивные игры. Там дальше какие-то карусели крутятся. Народ гуляет. Знаете, когда день, всех караулят масок, чтобы мы были в масках. А ночь наступает, и вируса нету. В масках очень мало людей. Очень мало. Или все носят чисто на бороде, или так, чтобы нос открытый был. Но чтобы полностью закрытая и по правилам маска, это редко-редко у кого. Там еще озеро какое-то светится. Ну да. Вот эта башня. Сейчас она то розовая, то желтенькая, то синенькая. То есть подсветка меняется. И очень красиво пальмы подсвечены. Ладно, подойдем, включим еще. Ну все, мы присели на танцующих фонтанах. Сказали, что тут девочка с мальчиком должны танцевать еще. Дождемся. Пока еще нету, я покажу город немножко. Oh,
видно отражение. Девочка с мальчиком танцует вот на воде вот здесь. Да, а что-то тут запортачили, что-то не так. То ли лазер у них не такой. Оно должно быть четкое отражение. Во Вьетнаме мы видели четкое отражение прям. А здесь еле-еле заметно. Гуляем здесь. Уже обошли эти поющие фонтаны. Тут ресторанчик на острове. Вот, и гуляем здесь по аллейке. Снова лежит собачка. Собака спит просто. И вот такая аллея. Гуляем. Вот фонтаны с этой стороны. Вот так они смотрятся. Да, а высотки тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-о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 й. Да. Ну да. Высокие фонтанчики. Прям пробивает небо. А здесь мы на следующий день идем на море. Увидели расцветший цветок магнолии и решили сфотографироваться. Представляете, к нашему отъезду даже цветы цветут тут, хотя это весенний цветочек. Вот. Теперь, девочки, по очереди подходите, потом со скриншотим. Ой, подожди, я вас сниму. Давай я вас сломаю, да, цветы вас. Не надо. Не надо. Пускай растет. Ну что, красиво как. И я маску сниму. Ты, Сереж, так вот зайди, тут лучше видно. Вот. Ой, там что-то вылилось. Осторожно, Таня. Печеньки. Ой, такой сладкий запах. Да. Сейчас я еще. Подойди. Вот так, Маша, иди. А тычинок? Давай. Подожди, Маш, держи, тычинок сколько насыпалось. На. Сколько насыпалось сюда тычинок прям. Вот, тычинок сколько насыпалось. Ох, весь осыпался. Вах. Все, отпускать. Все. Итак, последний день на море. Сегодня передавали целый день ливень, а мы съездили на рынок, еще там докупили кое-что. И
так обрадовались, что нету дождика, что прогноз не правдится, и мы подумали, что еще пойдем, скупнемся все-таки в море. Пришли на море, и купаться перехотелось. Это, конечно, не те волны, при которых мы тогда первый день купались прямо в ливень. Тогда были большущие волны, и мы полезли прямо в ливень купаться на этих волнах. Но дует очень холодный ветер, И, как ты знаете, неприятно, вот не хочется. Тем более у меня снова сегодня болела спина, потому что после вчерашней далекой пешей прогулки все-таки... Ну, как-то не очень я себя чувствовала. Что-то мне с этой спиной не ахти. Поэтому сейчас просто покажу море. И не знаю, захочу ли я даже босичком туда зайти. И пойдем на море. Назад в гостиницу. Еще надо выспаться перед дорогой, потому что у нас предстоит ночной перелет. Ну, вот оно море. Закрываю я немножко, чтобы ветер не дул. Серега нагнулся. Девочки, пойдут, уже собрались идти, потому что холодно. Серега нагнулся тоже. Посмотрите, это море, и все. Мы, наверное, пойдем тоже. Вот такое оно сегодня. И народа тоже нету на пляже. Ну, вот такое получилось видео. Я думаю... Мое путешествие вам понравилось, я как могла работала, и мне даже писали, что как я успеваю все монтировать, ну, все мои спали, а я работала, я в час ночи иногда ложилась спать для того, чтобы все-таки мои видео были свежими, как новости, понимаете, потому что новость интересна тогда, когда она подается вот свеженькой. К завтраку, так и у вас, так и вам. Я рассказывала про Батуми, не потом монтируя что-то, а сразу. Теперь я сегодня же вылетаю в Беларусь. Сегодня ночью у нас ночной перелет, а там начнутся новые приключения. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будем дружиться. Ну и потом у меня еще послесловие, которое я уже запишу дома, потому что очень много чего хочется сказать на потом. Пока-пока, ждите моих новых видео. А для тех, кто хочет посетить такую замечательную страну Грузию, побыть в Батуми, побывать в таких путешествиях, пожалуйста, вот координаты авто. Вы можете сказать мой промокод, что вы подписаны на мой канал, и авто сделает для вас маленькие презенты.